уже готов крем. Вот такой красивый получился. Сейчас я буду заливать свой десерт. Пока оно горячее, все выключаю. Печенье какое было, я поломала, конечно, в идеале крекер, но какое было. Сейчас я хочу слоями, я хочу раз залить, и потом еще положить по печенюшке поломанной, и еще залить, а сверху фрукты. Получилось по три печенья на такую мисочку, но мисочка это где-то 3 порции. Я заваривала 3 столовые ложки с горкой крахмала специального. Я потом покажу все это. И наливала 600 грамм воды. То есть тут плюс сахар по столовой ложке на 200 грамм. То есть получается где-то 800 грамм. 2 порции вот эти. Одна порция будет как минимум на 3 раза. На 3 человека, как сказатели. 400 грамм тарелка. То есть это много. Сейчас я украшу фруктами, чуть подостынет. А сейчас покажу, что я туда ложила. Это я привезла с Кипра специальная смесь для десерта. Ну, подойдет и просто кукурузный крахмал. Это на основе кукурузного крахмала. Она уже запах такой десертный имеет. Из нее варят крема. Называется у них крема. Но можно и обычный наш кукурузный крахмал положить. И я это тоже из Кипра привезла. Я положила нектар померанца. Очень мне он нравится. Это вот так цветут померанцы. Померанец это цитрус, прародитель цитруса. На него, я так понимаю, делают привой деревья, мандарины там, грейпфрукты, все такое прочее, если я не ошибаюсь. Ну, я так думаю. И вот столовую ложку на 600 грамм воды положила. И ложила, вот оно печенье, топленое молоко наше донецкое. Положила его, ну в идеале, конечно, крекер. Ну, просто положила, что было. И на 600 грамм воды я ложила по столовой ложке на 200 грамм на чашку. Она уже застывает, сейчас я фрукты туда положу и покажу красоту. Вот такие аппетитные тарелочки у меня получились с фруктами. Домашняя клубника у меня заморожена была и малина. Малину я покупала, но тоже наша местная домашняя. Поэтому я заморозила побольше. Этот десерт можно еще присыпать миндалем, либо орехами любыми. Можно кокосовой стружкой. Но это на любителя, кому как нравится и у кого что есть. Сейчас у меня только фрукты, поэтому я посыпала только фруктами. Всем приятного аппетита! И мне приятного аппетита. Сегодня праздник, крещение, всех с крещением. Всего доброго!